началом этой встречи пообщался с главным тренером Вис-Синара Екатериной Андреевной Булатовой. Она сказала, что... Уже можно поздравлять команду «Аврору». Прямой удар штанга с подачи Хави. А, или... Нет, мне показал штанга, меня же так отлетел, что я даже не заметил. Радуется, значит... Сейчас увидим на повторе. А, ну конечно. От внутреннего. Да, второй номер. Алина Фролова под 23-м. Сейчас вот головой опасно. Ну, молодец. Татьяна Дерипаска. Вот она хотела этого. И даже сертификат формата А4. Да. Второй год сейчас как тренер команды, соответственно, высшей лиги. А, она была, по-моему, играющим тренером, да, да. Какой-то там период. В ее команде отмечалось, что... Ох ты, да, расстреляла. Опасно. Яна и Шабалина. Вот 3-0. На исходе 8-й минуты. Смотрим. Вратаря. Да, души. Свести и радовать нас, мужчин, своей красотой и добротой. Удар поворотом. Дина Данилова. Четвертый забитый мяч. 8-я минута. Хотела отличиться, были у ней возможности. Сейчас практически 6 метров. Да. Вот болельщики кричат: молодцы.